Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вчера я купила вот такие гигантские сливы и решила из них сделать компот и поделиться рецептом с вами, то есть своим способом приготовления. Рецепта как такового нет. Я сливы хорошо промыла под проточной водой. Косточки пока я не достала. Банки тоже очень хорошо промыла, но их нужно стерилизовать. Сначала поставлю на стерилизацию крышки. Прокипячу в воде 5 минут. Компот я готовлю без стерилизации, то есть фрукты уже в банке с сиропом я не стерилизую дополнительно, только стерилизую отдельно баночки. В процессе все покажу и расскажу. В целях вашей безопасности проверяйте банки на целостность, чтобы они не лопнули в процессе приготовления. В банке залью крутой кипяток и сверху накрою крышечкой. Банки так оставлю около 10-15 минут. Пока вода слегка остынет. Пока банки стерилизуются, я на плиту поставлю сироп. Я для каждой банки сироп готовлю отдельно. Я взяла 3 литра воды и сюда засыплю 1 стакан сахара. Объем моего стакана 300 мл. Сладость сиропа корректируйте на ваш вкус. Я делаю так. Если фрукты или ягоды кислые, добавлю сахар с горкой. Если они сладкие, чуть меньше сахара добавляю. Хотя сладость в процессе приготовления можете корректировать. Перед тем, как фрукты залить сиропом, можете проверять сироп на сладость. Если не хватит, можете добавить. Сироп поставлю на плиту, доведу до кипения и проварю около 5 минут. Сироп нужно обязательно хорошо проварить, чтобы не чувствовался вкус сырой воды. Я забыла сказать, что я воду для компота отмеряю той же банкой, в чем я буду готовить компот. То есть у меня сегодня 3-литровый баллон, и я отмерила воду для сиропа 3-литровым баллоном. Сначала я сливы порежу на две части и достану косточки. Косточки удаляются очень легко. Я почистила от косточек сливу для одной банки, около 1 килограмма. Для каждой банки очищаю сливы отдельно и сразу же заливаю сиропом, чтобы они не успели потемнеть. Я для каждого 3-литрового баллона взяла 1 килограмм сливы. Чем больше фруктов или ягод, тем вкуснее компот получится. Если у вас нет весов, ориентируйтесь так. Фруктами или ягодами заполняйте около половины банки. Сироп уже варится около 5 минут. Сейчас я сниму с огня и залью в банку. Закрою крышкой и прокручу ключом. Сначала банку я переворачиваю на бок и смотрю, не течет ли нигде. Ничего нигде не течет, все очень хорошо закрылось. И переворачиваю вверх дном. И нужно хорошо укутать. В первой банке у меня осталось около 0,5 литра сиропа. И сюда я добавлю еще 2-2,5 литра воды. И еще 1 стакан, опять же, сахара. Таким же способом проварю сироп для второй банки. Пока варится сироп для второй банки, я почистила вторую часть слив и засыплю в банку. Сироп для второй банки тоже уже готов. Обязательно фрукты нужно залить очень горячим сиропом. Очень горячим. У меня столько сиропа осталось. Я всегда сироп варю с запасом. Пусть сиропа будет чуть больше, нежели будет не хватать. Таким же образом закручиваю банку, точнее крышечку. Опять же проверяем крышечку, все ли в порядке, нигде ничего не течет. Все нормально. Запасная крышка мне не понадобилась. И опять же поставлю вверх дном.
В таком виде оставлю на столе до утра, пока банки не остынут. A few moments later. Компоты уже готовы. Они у меня еще теплые. Может, потому что у нас очень жарко. Больше 30 градусов. Они у меня получились вот такого насыщенного цвета. Цвет очень темный. Компоты настоятся, и цвет еще потемнеет. Вот так оставлю на столе. Дам полностью остыть, чтобы они хорошо охладились. Потом уберу в кладовку. Надеюсь, мой сегодняшний видеоролик вам понравился. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Это будет ваш вклад в развитие моего канала. А я, как всегда, желаю вам удачного дня, отличного настроения и до новых встреч!